стойки на голове. Короче, берете стойку, кладете на голову. Вот, собственно, и стойка на голове. Всем желаю так научиться, но запомните. Но запомните, это требует очень длительных тренировок. Вы, наверное, должны совершить паломничество в горы. Лет этак на 15. Только потом получится. С вами была команда DS Workout. Зажигайте вместе с нами. Ой, блядь.